Санитарный кордон на границе с Украиной необходим России для защиты от прилетов снарядов ВСУ. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет, никто не знает, но он должен быть достаточным. Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – подчеркнул он. Он также добавил, что США продолжат военные поставки Украины вне зависимости от того, победит ли на выборах президента страны Дональд Трамп или Камала Харрис. «Думаю, никто из вас не питает иллюзий, что Трамп, что Камала, разницы особо не будет», – сказал он. Медведев отметил, что американцы извлекли из этого противостояния максимальную выгоду. «Они на всем заработали, унизили Европу, перетащили к себе производство и ничего не потеряли. Поэтому для них это выгодно», – заключил он.